Дистанційне навчання та літо без дитячих таборів. З якими проблемами під час карантину стикнулися діти у родинах в складних життєвих обставинах? Про це у темі дня на Суспільному Харків ми говоримо з президентом благодійного фонду «Волонтери дорослі дітям» Вікторією Тищенко. Я вас вітаю. Добрий день. Отже, Вікторія, ви опікуєтесь якраз родинами, що потрапили у складні життєві обставини. За вашими спостереженнями, як протягом карантину навчалися діти? Да, действительно, одно из направлений деятельности нашего фонда является помощь многодетным малообеспеченным семьям, семьям, которые попали по каким-то причинам в сложные жизненные обстоятельства. И когда так случилось, что дети вынуждены были уйти на карантин, мы столкнулись с рядом проблем. Ну, во-первых, мы должны понимать, что если в этих семьях уже есть какая-то проблема, в том числе это связано и с родителями. К сожалению, не все наши родители могут в полном объеме обеспечить обучение детям. Ну, начнем с того, что это семьи, которые проживают в селах. Далеко не у каждой семьи существует в доме интернет. Не существует, в принципе, возможность подключиться к этому интернету. Ну, от у вас, наприклад, серед тих сімей, якими ви опікуєтесь, в процентному відношенні, скільки мають інтернет? Ну, із 10 домів, 2 дома тільки у нас обезпечені інтернет-зв'язю, і всі наші сусідні мами вынуждены були приходити в гості в ці 2 дома для того, щоб якісь інформаційні матеріали отримати з допомогою Wi-Fi, інтернету по телефону. Ми не забуваємо про те, що в цих сім'ях немає комп'ютерів, немає планшетів. В этих семьях есть телефон, и хорошо, что если его несколько, с вайбером, с интернетом. А бывает такое, что семья многодетная, 7-8 детей, и там всего лишь один телефон с вайбером. У нас есть семьи, где не было телефона с вайбером, не было такой возможности, телефон был кнопочный. Соответственно, получать, смотреть, пользоваться интернет-ресурсами, заходить на сайт Минобразования, смотреть видеоуроки, семьи не имели возможности. Дальше. Казалось бы, выход из ситуации проблемы – это телевизор. Но дело в том, что в семье, когда 7, 8, 6, 5 детей, дети учатся в разных классах. Некоторые уроки проходили в одно и то же время. А у нас один телевизор в семье. Дети вынуждены были учиться по очереди. Следующая проблема. Мы должны не забывать о тех селах, где в селе не находятся школы, не находится детского сада, а он находится в других селах. Туда ходил раньше школьный автобус. Сейчас, соответственно, эти села остались отрезаны полностью. И возможности сходить к учительнице, каким-то образом забрать какие-то распечатанные материалы, если учительница в состоянии передать распечатанные материалы, у этих семей тоже не было. Получилось, что эти дети остались предоставлены сами себе и родителям. Якась реакция на такие проблемы от школы и местной власти была? А в разных местах по-разному. Там, где местная власть заинтересована, действительно, реально заинтересована в своих гражданах, в подопечных, в обучающихся детях, реакция была. Учителя звонили, учителя старались передать распечатки для того, чтобы дети могли заниматься. Учителя говорили о том, что необходимо открыть учебники на таких-то страницах и что-то проучить. Но опять-таки, в чем связана проблема? Не все мамы могут проконтролировать, что дети действительно учатся. Не все мамы могут помочь детям решить математику, а мы молчим о химии, о физике, если мы говорим о старших классах. Ведь у нас есть мамы, реально, которые не умеют читать и писать, при этом у них есть дети, и эти дети уже учатся в школе. И дети умеют читать и писать, а мама не умеет. Скажите мне, мама такая может помочь сделать ребенку задание? Нет. Ребенок сам может в полном объеме выполнить домашнее задание? Нет. Наша система обучения при переходе на дистанционное образование экстренно, резко в связи с карантином оказалась не готова для того, чтобы обеспечить в полном объеме доступ к образованию таким семьям. Хто має відповідати от за оцю якість дистанційного освіти? Хто мав би продумати цю систему? На вашу думку, це все-таки Міністерство освіти, чи це місцева влада мала підключитися, чи громади? Як мало це працювати в ідеалі? В ідеалі це повинно було йти в комплексі, однозначно. Повинна була бути комунікація між Міністерством образування і місцевими властями, директором школы, если это село, головою сельрады, должны были быть поданы списки таких семей, которые где-то они должны быть пройти, в министерство дойти, закреплены. И этим семьям необходимо было уделить особое внимание. А у нас таких реестров в списке взагалі немає?
Знаете как, они где-то есть, но они отдельно разрознены между структурными подразделениями. Не было коммуникации между всеми ними. Например, к нам обращались центры социальных служб, которые действительно беспокоились за этих детей, понимая, что в этой семье один телевизор, что в этой семье мама не способна помочь детям в плане каких-то занятий. Да, они, зная, что мы ведем эту семью, они звонили, они спрашивали, как у вас там проходят уроки, как выполняются домашние задания. Они сами приезжали, интересовались. В некоторых семьях не заинтересован никто был. То есть есть семья, есть дети, очень хорошо дети на карантине, кушать есть, что, ой, все замечательно. А как они делают уроки? А никак. Ваш фонд якось допомагав? Да, значит, поскольку все наши подопечные находятся достаточно удаленно от города Харькова, к сожалению, возможности полноценно проводить занятия у нас не было. Скайп, возможность интернет мы отменили сразу, когда поняли, что на связь дети не смогут выйти. А привозить какие-то занятия, мастер-классы в условиях карантина тоже мы не смогли. Поэтому мы единственное, что смогли сделать, это дистанционно организовать для таких семей небольшие такие веселые марафоны. Для чего? Чтобы дети не были предоставлены сами себе, потому что мама, семья многодетная, мама, хозяйство, куры, козы, свиньи, коровы, огород, а дети бегают, помогают по хозяйству, играются и ничего не делают. Поэтому мы организовали такой вот марафон. С приводу марафону «Мрію, дію, досягаю», так? Да, да. Це один з методів мотивувати дітей і батьків, я правильно розумію? Да, да. Основная задача этого марафона была их сплотить, объединить и мотивировать в условиях карантина, пока все сидят дома, что-то делать. Ось ми бачимо один з етапів такого марафону, це коли готували щось смачненьке. Да, наскільки було, наверное, я зрозуміла, тортик. Всі готували торти. Да, так. Да. У нас були різні завдання, у нас он 21 день проходил этот марафон. Задания были связаны и с обучением, и стихи дети учили, и сказки дети придумывали, и мамы с детьми что-то делали совместно. Разные были задания. Сколько семей брало участь? 9 семей, 8 семей из села Бригадировка Балаклейского района, и одна даже семья из села Забавного Изюмского района. Там просто очень большие проблемы со связью, смогла выйти на связь только одна семья у нас. Марафон вже закінчився? Да, марафон закінчився. Які його результати, які подарунки? У нас три перших міста. Подарки ми сотрудничали вместе с громадской организацией «Дія», которая предоставляла основные призы. Да, было несколько частных спонсоров, которым понравились какие-то семьи, они себе их премировали. Подарки были совершенно разные. Одной семье мы помогли пробить воду, потому что у семьи не было на территории места их проживания скважину воды. Скважину, конечно, они вынуждены были брать воду в другом месте. Одна семья у нас, мама Даша с двумя детками, получила очень хорошую детскую мебель. Теперь у них есть спальные места, есть куда сложить игрушки. Самый победитель у нас получил ноутбук. У детей теперь есть ноутбук для занятий. Дети, у него 4 ребенка в семье у мамы Оксаны, у нашей. Как бы это был очень существенный такой необходимый подарок в условиях карантина. Дети смогли подтянуть занятия, и сейчас вот они вышли, прошли аттестацию, очень даже позитивно все получилось. Ось такі заходи, це постійна практика фонду, чи це було викликано саме карантином та бажанням якось мотивувати до дії сім'ї? Смотрите, это был у нас второй марафон в момент карантина. Мы начали пробовать, как только случилась кризисная ситуация в стране, мы начали пробовать со спортивного марафона. Что произошло? Дети перестали вставать в школу, режим дня поменялся, завтрак, обед, ужин, полудник сдвинулся, дети спали до 12 часов, ложились поздно, ну, в общем, весь режим пошел гулять тоже на карантин. В связи с этим мы организовали спортивный марафон, тут у вас он не показан. У нас каждая семья каждое утро снимала и делала зарядки разноплановые. Это был уже второй наш марафон, мы поняли результаты, итоги. Дети взбодрились, что они кому-то нужны, что они кому-то интересны. Им было интересно выполнять данное задание, связываться с нами и говорить, а вот мы сегодня можно потанцуем. Я говорю, конечно, можно, будете танцевать зумбу, пожалуйста. Поэтому это было наше второе, да, было вынужденное такое вот мероприятие в связи с тем, что мы понимали, дети предоставлены сами себе, их много, и дети не все простые. Когда ребенок не знает, чем себя занять, ведь какая еще особенность? Вот вы никогда не интересовались в сельских школах, есть ли у них кружки и секции? А вот мы поинтересовались, и у нас получилась очень печальная картина. У нас ни одного кружка, там, где проживают наши семьи, ни одной спортивной секции. У нас есть только школа,
Все, дома огород, свинья, коза. Я сама закінчила сільську школу, тому я прекрасно розумію, про що ви говорите. Поэтому у меня огромная просьба к руководству нашей Харьковской области поднять этот вопрос, собрать статистику по нашим всем школам Харьковской области, собрать статистику действительно реально существующих, а не на бумаге, кружков и секций. По моему такому вот глубокому, я тоже педагог, да, по образованию я преподаю, мне кажется, это совершенно неправильно, что существует школа, в которой учатся порядка 100 детей, нет ни одного кружка, ни одной секции. Мне кажется, а группы что... продолженного дня існуют зараз у сельских? Нет, мы будем просить, чтобы с сентября месяца в селе Бригадировка у нас начала работать продленка, потому что до сих пор там не было даже продленки. И мы очень просим, чтобы там открыли хотя бы какой-нибудь кружок вышивания, рисования. Дети должны чем-то заниматься, они должны развиваться, обучаться и хотеть. И у них должен быть к чему-то интерес. Понимаете, когда мы вытягиваем семьи с того уровня, где они находились, на более высокий, им нужно показать этот высокий уровень. А по факту получается, и накормили, вести якусь. Одели, обули, в дом поселили, а дальше что? Где развитие? Волонтеры не могут каждый день из Харькова приезжать в села. Для этого существует департамент образования Балаклейского района, существует школа в Бригадировке, существует директор школы, голова сельрады пока еще. Да? Будьте добры, организуйте детям досуг. Сделайте кружки, спортивные секции, привлекайте учителей в ваше село. Вы звертаєтеся до всех этих посадовцев, яких вы назвали? Да, мы пошли по цепочке снизу, может быть, надо было сверху, но мы решили потихонечку. Мы общаемся сейчас с директором школы, с головой сельрады. Да, параллельно мы привлекаем волонтеров, чтобы выезжали с какими-то кружками, мастер-классами к этим детям, и не только к нашим. Наших там только порядка 40, еще местные дети существуют. Там 60 с чем-то детей учатся в школе на данный момент, если я не ошибаюсь. І ми плануємо писати обращення. Яка реакція от від директора, від сільського голови? Понимаете, как? Есть на самом деле большая проблема – это отсутствие кадров. Школа существует давно, в школе работают местные же жители, которые являются учителями. Они уже все в возрасте, к сожалению. Многие скоро уйдут вообще на пенсию. И у меня вопрос, кто будет работать в этой школе дальше? То есть нужно уже сейчас готовить кадры. И мы об этом задумались. И поэтому следующие наши проекты по приобретению жилья в этом районе, для этой школы, мы стараемся подбирать таким образом, чтобы там кто-то был в будущем педагог. Сейчас у нас, возможно, будет семья, где девочка будет старшая поступать, учиться в педколледж, да, в будущем она сможет работать в этой школе, обучать деток. То есть задача, нужно кадры подбирать, развивать и воспитывать, а не когда вдруг все ушли на пенсию, искать, а где же нам взять тренера, а где же нам взять педагога. Ну, добре, про освіту трошки поговорили. Розпочинаються літні канікули, так? Яка зараз взагалі ситуація з дитячою зайнятістю літом? Які є можливості? Ой, можливості много коров пасти. Да. К сожалению, ми теж обратились в центр соціальних служб по месту проживання наших сімей з огромною просьбою: помогите обеспечить занятість дітей на канікулярно-літній період. Потому что, во-первых, таким семьям и таким детям от государства положено обеспечить летний отдых, да, на бесплатной основе. Во-вторых, мы зверталися, вибачте, до облдержадміністрації з приводу роботи дитячих таборів. А ви так, ми зверталися, так, ми запрошували, хотіли поговорити в студії, як буде проходити оздоровлення дітей цим літом. Прес-секретар речниця облдержадміністрації Ксенія Ярікова повідомила, що поки що посадовці не готові йти в ефір, тому що на загальноукраїнському рівні не прийнято рішення, коли ж саме відкриються табори і чи взагалі вони відкриються. Тому так, звісно, хотілося ще з вами цю проблему обговорити. Це проблема, тому що на даний момент ми не отримали відповідь. Нам говорять, ми над цим працюємо, ми попытаемся что-то сделать. Но я вам скажу, даже в регіонах не всі садики відкрились. Наприклад, в Волчанському районі садик не відкрився. Нас тоже интересует этот вопрос, почему происходит так, что кто-то открывается, кто-то не открывается. Если есть единое положение, почему нет единого распоряжения конкретно по Харьковской области, по всем районам? В чем проблема, что некоторые садики открылись и принимают детей, когда родители... А вы знаете причину, почему Вовчанську не открыли? Нет. Не знаю. Нет, нет, нет.
Это я просто как пример привела. Тоже там у нас есть наши семьи, наши дети, и нас этот вопрос, естественно, волнует. Поэтому с отдыхом, с летним мы будем, как волонтеры, конечно же, стараться организовывать какие-то выезды к детям, какие-то спортивные мероприятия. Нам очень нужны футболисты, приглашаем, приезжайте поиграть с детьми. Спорт любой, тренеров приглашаем. Но мне кажется, как бы это вопрос государственного уровня, а не совсем волонтеров. Это не та ситуация, когда нужно нам, волонтерам, спасать, бежать. Это можно решить централизованно и на местном, и на государственном уровне, и нужно это сделать. Але поки що відповіді немає. Нет. Про, я так розумію, що про море і про якісь такі речі взагалі не йдеться. На море ми веземо самостоятельно, некоторих по мірі наших можливостей вивозимо дітей для того, щоб вони пройшли психологічну реабілітацію, не просто віддохнули, з ними там буде працювати психолог, будуть якісь спортивні мероприятия, але ми не можемо охватити навіть і процента від тих дітей, які, ну, необхідно було б куди-то вивезти і чому-то навчити, показати, змінити і поработати. Якщо діти часто залишаються без догляду, то зростають ризики – загубитися, травмуватися і таке інше. Хто ще має робити з цією недоглянутістю дітей? Хто за це відповідає? На мій взгляд, по нашому опиту, однозначно громада. Вот когда мы начали реализовывать наши проекты по социально-психологической реабилитации семей в селах, я говорю сейчас только о сельской местности, ведь есть соседи, есть фельдшер, есть голова сельрады, есть педагоги в школе, в садике, и они все проживают на одной территории. Что такое село? Да, это когда в одном месте ребенок пошел, а в конце села уже знают, что он там идет сам. И вот эти все риски можно нивелировать, если громада захочет принять участие в помощи таким семьям, в помощи таким детям. А у нас, к сожалению... А мы не снимаем такую позицию ответственность самих батьків? Де оця межа між батьківською недбалістю, так, і відсутністю можливостей у мами, так, бачити одразу сімох дітей 24 години на добу? Ви знаєте, як я скажу, ми так підходимо к этому вопросу. Когда к нам сім'я попадає, ми дійсно смотримо на способність мами і пытаемся научить маму делать немножечко больше, чем она может. Но для этого нужно время, это не происходит сразу. Если мама выросла в интернате, и никогда в жизни за ней никто не смотрел, она росла как грибы, и у нее теперь дети, они также растут, сказать ей, что ай-яй-яй, твой ребенок вышел на дорогу, ты должна следить, это ничего не поможет. Пройдет время, несколько лет, возможно, когда изменится эта ситуация. Поэтому вот эту границу всегда очень тяжело найти, мы ее ищем по мере способности и ресурсности самой семьи и самой мамы. И если вот этой ресурсности не хватает, наша задача попробовать ее научить этому, если такое возможно. Таке питання, мабуть, психологічне. Чи вміють ваші підопічні, ці мами, просити про допомогу? Тобто це ж теж питання – звернутися до сусідки, до голови, до фельдшера і сказати, мені потрібно. Да, это психологический вопрос такой очень интересный. Особенность мы заметили. Чем социализирование мама вот на ступенечку, тем проще ей попросить помощь. И они умеют это делать грамотно, адекватно, ни на кого не надавливая. Но чем менее социализирована мама, если она ранее жила в тяжелых условиях, если ранее громада, которая ее окружала, отрицала ее, было негативное отношение, эти мамы замыкаются и сидят на своих проблемах, и ничего не делают. Поэтому нам нужно их раскрывать, нам нужно показывать их совершенно в ином свете, им показывать, что люди к ним относятся нормально, позитивно, без всякой негативной реакции. С этим нужно работать, и не только нам. Мы очень часто просим помощи психологов из центров социально-психологической реабилитации, и нам идут навстречу, потому что сами мы не справимся. А вы навчаете их, куди саме правильно звертатися? Що оці питання – це соціальна служба, а оце, наприклад, до голови, а оце там да. До лікарні? По каждому вопросу мы здійснюємо полное социальное сопровождение семьи, которая к нам попадает, начиная от адвокатов, юристов, подачи заявлений в суд, получения детских выплат. Конечно же, мы обращаемся и к безоплатной правовой допомоге, и в центры социальной службы, и в службы по делам детей, и к фельдшеру, и к громаде, и к директору школы. Мы направляем маму и говорим, вот эту справку вам необходимо получить туда поехать, вот эту справку туда. Если мы что-то не можем, мы обращаемся за помощью, приезжают специалисты, мы вместе с мамой проговариваем, где, какие выплаты, документы ей нужно оформить, нужно получить. Мы постепенно, у нас есть мамы, которые даже не умели расписываться.
Для того, чтобы открыть карточку в банке по социальным выплатам, нам пришлось сначала научить маму ставить роспись. Ну, сейчас мама умеет расписываться и учится читать. Просто надо время. З початку 2019 року в Україні діє така послуга «Муніципальна няня». Держава готова платити от до 1 липня там майже 1800, після 1 липня навіть має ця сума трошки зрости більше 1800. Ваші підопічні можуть скористатися, користалися взагалі яка ситуація? Ні, це невозможно, тому що ті умови, які там прописаны, возможно, в городе кто-то это может реализовать. Там, сейчас я не вспомню всех условий, к сожалению, я не готовилась. Там есть определенные, да, трудоустройство, налогообложение, деньги же с неба Має не падают. Має бути ФОПом або оформлено вот, десь в агенції якісь. Вибачте мені, будь ласка, село, де є якась жінка літнього віку, яка може доглянути за цими дітьми, але вона не може ФОП собі відкрити, вона не буде цього робити, бо вона взагалі не вміє, не знає і не хоче знати, що це таке. Поэтому, к сожалению, ні разу у нас ще по нашим підопічним в селах не вийшло використовуватися даною услугою. З трудом. У нашій сьогоднішній розмові ми постійно згадували про недосконалості системи, так? Соціального захисту. На вашу думку, що з цим глобально можна зробити? От ви вже багато років працюєте на цій царині, у вас є якась от ідеальна система, яку ви бачите? Ідеальної системи бути не може, тому що кожен окремий случай має рішатися виключно з допомогою, в першу чергу, законодавства діючого, ну, в другу чергу, обов'язково в ручному режимі, тому що це людина. В первую очередь, ребенок – это тоже человек, семья – это тоже человек. Да? И должен быть универсальный подход, мы не можем придумать ко всем семьям. Нужно обязательно работать со всех сторон. А какая основная проблема, на мой взгляд, в социальной сфере? У нас нет коммуникации. У нас служба по делам детей – это одна структура, а центры социальных служб – это другая структура. Что происходит на местах в регионах? В регионах они между собой во многих. В районах, не буду говорить каких, не взаимодействуют. Они грызутся, как кошки с собаками. Они не могут поделить сферу ответственности, сферу контроля, сферу помощи. И происходит вот не очень хорошая ситуация. Если бы это была одна структурная единица с четко прописанными полномочиями, существовал один директор этой службы, существовали сотрудники, которые сидят один на усыновлении, один на опеке, другой на ДБСТ, третий на семьях СЖО, мне кажется, ДБСТ было бы проще. Детские дома семейного типа. Ну, я так образно говорю сейчас, что, на мой взгляд, все хорошо, государство развивается, законы принимаются, где-то нас слышат, да, мы входим в украинскую мережу за права дитини, мы є членами цієї спілки, очень часто мы предлагаем какие-то нововведения, законопроекты, украинская мережа за права дитини, где-то слышат, где-то принимают, но до тех пор, пока не будет коммуникации, служба по делам детей, центр социальных служб и администрация района, где это находится, а еще желательно полиция и медицина, вот пять составляющих. Если бы они очень тесно между собой взаимодействовали, половина проблем, которые существуют, вылазят потом, когда уже идет процесс изъятия детей, лишения родительских прав. Мне кажется, это было бы проще на ранних этапах. Чи правильно я розумію, що певним таким комунікатором зараз являєтесь ви, волонтери? Да, в некоторых районах, к сожалению, происходит так, что когда попадает семья, нам мы вынуждены взаимодействовать со всеми этими структурными подразделениями. И очень часто происходит так. Ну, вы позвоните тем, у тех спросите то, у тех возьмите эту справку. Ну, мы начинаем как-то пытаться их объединить хотя бы по отношению конкретно одной семейные единицы, да, помогите нам, пожалуйста, между собой скоммуницируйте. Ведь сейчас у нас интернет-связь, средства. Пожалуйста, не нужно вот эти вот передачи справок. Это все можно решить электронным способом, очень быстро, в интересах семьи, в интересах детей, не тратя время на пересылку документов, не тратя время на вот непонятную, ненужную бюрократическую работу. К сожалению, в районах она до сих пор осталась. У нас есть мама, которая проживает у нас уже 8 месяцев, если я не ошибаюсь, мы до сих пор не можем оформить социальные выплаты. У меня иногда заканчивается даже уже терпение ждать, когда же наконец-то суд примет решение, когда же наконец-то мы сможем оформить. И у меня вопрос, это хорошо, что мама попала к нам, к волонтерам. Если бы мама не попала к нам, за какие средства она бы кормила своих двоих детей?
Что обеспечило бы государство? Мы очень часто сталкиваемся вот в нашей работе с такими моментами. Отправляем мы маму в центр матери ребенка. Будьте добры, мама должна на месяц закупить продуктов. Вопрос, за какие деньги? Мама еще выплаты не получила. Это есть, мы рядом волонтеры. Вы с нас хотите эти деньги? Мы дадим эти деньги, что нам жалко маму, нам жалко ребенка, мы хотим ей помочь. А если бы нас не было рядом с этой мамой, кто должен этой маме обеспечить возможность? Вопрос. У нас вже майже закінчився час. Останнє запитання. От ви ведете сім'ю в складних життєвих обставинах. Ви купили будинок, ви намагаєтесь працевлаштувати, ви намагаєтесь поміняти взагалі підходи до сім'ї. В який момент ви розумієте, що вже ця сім'я не ваші, підопічні, і вони вже готові жити самі? Дуже цікавий вопрос. Правда, у кожної сім'ї проходить різний період. Є сім'ї, які 2-3 місяці там, ну, действительно, чуть-чуть помогли, подтолкнули, сім'я уже, як я говорю, пошла, покатилась, поїхала, і все нормально. Є сім'ї, з которыми і 2, і 3 роки ми працювали, і тільки по істечені 3 років. Є, к сожалению, неудавшиеся моменти, де діти були забрані, це теж ніхто не ісключає. Я вам так от скажу, в який момент? Коли сім'я починає допомагати сама другій сім'ї. Сами стають волонтерами. Ну, не то, що волонтерами, вони просто предлагають свою помощь. В мелочах. Я могу посидеть с ее детьми, у меня есть время. Я могу помочь прополоть огород, я могу прийти побелить, я могу прийти поклеить обои. И когда мы видим, что мама сама предлагает помощь, не мы ее просим, а ты вот умеешь штукатурить, пойди за штукатурь. Она сама между собой договорились, а нам уже звонят по факту и говорят, а вот мне Юля поможет, а вот мне Катя поможет. Вот вы знаете, это уже первый этап к осознанию того, что мама уже сама помощи не требует, а уже может кому-то ее предоставить. Ну, там ряд. Я дякую вам, Вікторія, за розмову, за час. Це була тема дня на Суспільному Харків. Ми говорили з президентом благодійного фонду «Волонтери дорослі дітям» Вікторією Тищенко. Я Віта Дубовик. Побачимось.